Всем привет! Меня зовут Винуша, мне 10 лет, я повар. Я основала свою собственную пекарню 4 сезона. И сегодня я покажу вам, как готовить яичницу с индийской лепешкой. Разогретую сковороду смазываем растительным маслом. Бросаем 3 нарезанных луковицы, несколько листиков карри, половину чайной ложки имбиря, немного чесночной пасты и 2 нарезанных помидора. Затем солим смесь по вкусу. Добавляем немного индийской масалы, 1/4 чайной ложки куркумы, 1/2 чайной ложки красного молотого перца, 1/2 чайной ложки гарам масала. Все хорошо перемешиваем. Затем кладем немного зелени кориандра. Добавляем 3 яйца. Хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Я заранее приготовила индийскую лепешку. Для этого мне понадобились следующие ингредиенты. 200 грамм муки, немного соли для вкуса и вода. Замешиваем тесто и оставляем его на 30 минут. Теперь сформируйте лепешку и поджарьте ее на сковороде. Лепешка готова. Измельчаем лепешку на маленькие кусочки. Затем добавляем эти кусочки в приготовленную смесь из яиц и соуса масала, помешивая на медленном огне. В конце добавляем немного перца для вкуса. Наша яичница с индийской лепешкой готова. Пальчики оближешь.